Медаль за проявленное мужество Совета Федерации получил юный герой из Нарьян-Мара. Награду Даниилу Морозкину, спасшему ребенка этим летом на Голубых озерах, вручил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. О настоящем мужском поступке юноши расскажет Любовь Пермякова. И, соответственно, нам необходимо найти... В аграрно-экономическом техникуме в одной из аудиторий идет урок информатики. На предпоследней парте сидит студент Даниил Морозкин. Именно он спас мальчика на Голубых озерах этим летом. Поступком скромного молодого человека гордятся не только однокурсники, но и преподаватели. Даниил поступил к нам в этом году на первый курс на группу управления качеством продукции по отраслям. Проявил себя как ответственный, серьезный такой, целеустремленный молодой человек. Вот я узнал, что он спас жизнь. Его губернатор недавно наградил медалью. Это очень приятно, что в моей группе учится такой парень. Его можно ставить в пример. В тот роковой день, по словам Данила, ничего не предвещало беды. Стояла солнечная погода, и они с другом решили искупаться. Друзья ныряли, и один из них заметил на дне мальчика. Он на дне лежал, мальчик. У меня просто друг этот подсказал, ну, пальцем показал, и я пошел доставать. Он помог мне. Ну, кричал, чтобы мне помогли, потому что он тяжелый, уже воды наглотался. И этот, никто не отзывался, и только на берегу помогли. Это было далеко от берега? Да. Это было метров 30, что ли, ну, 20. Глубоко? Вот глубина какая была? Ну, посюда где-то. Ну, ему было глубоко. Где-то вот рост, ну, такой. А достали, он уже какой был там? Синий, фиолетовый. По словам Данила, уже на берегу незнакомый мужчина сделал мальчику искусственное дыхание. Через несколько минут подъехали спасатели и скорая помощь. Наша съемочная группа в это время также оказалась на месте событий. Это первые кадры после трагедии. На них видно, что малыш пришел в себя, но все еще тяжело дышит. Может, просто плохо стало? Ребенок чудом остался жить, считают медики. Ведь у человека под водой не так много времени. И даже если удается сохранить жизнь, его сознание может так и не прийти в норму. Конечно, многое зависит от состояния организма и индивидуальных особенностей. Но врачи говорят, что мозг утонувшего погибает за считанные минуты. Во-первых, утопление бывает пресной воде и соленой воде. Это разница. Обычно считается 5 минут. Сколько ребенок находился под водой, установить уже невозможно. Главное, трагедии удалось избежать. Мальчика спасли. Как признается Данил, после несчастного случая своего спасенного тезку он еще не видел. Но встретиться очень хочет. Мы с Юрием Бездудным хотим его встретить на Новый год с подарком. То есть хочется увидеть все-таки? Да. Ну а пока подарок вручили самому спасителю. Накануне из рук губернатора НАУ Юрия Бездудного Данил получил медаль за проявленное мужество. Она вручена герою в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети героев», который реализуется под эгидой Совета Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».